Как? Может, курица, ты беременна, наконец-то. На канал Спас перепас. А что думаешь от Святого Духа? Итак, друзья, вот мы. Встречайте. Ура! Никто не рад, не смотрит. Ура! Да, с днем рождения, Настя. Ты спасибо прекрасно тебе, выглядишь, да? Самая добрая, самая лучшая, да, на земле. Из всех артистов самая безвредная, самая добродушная, никогда ни о ком плохо не сказала за всю карьеру. Настя про тебя тоже плохо не говорила, потому только что... Хорошо, да, только хорошее, что ты бы никогда так не поступил, как Джигурда. А есть у вас какие-то с Настей подобные видео? Нету. Я вообще удаляю даже переписку нашу. Думаю, не дай бог, кто-то взломает. Я удаляю на всякий случай, чтобы никто не смог даже прочитать ничего. Ну, это очень благородно. То есть, на самом деле, я вам сказала, пока тебе еще не было, что если с Джигурдой связан всегда какой-то хайп, скандал, и всегда не ожидаешь, что ты можешь вообще получить после этого и ожидать. А с Прохором всегда это позитив, мы смеемся всегда, мы на позитиве в любом случае, но это всегда интеллигентно, это всегда радостно и всегда чисто и светло. Мы вот до Нового года с Прохором, Прохор приходил на показ моего шоу в кинотеатре. Мы уже успели снять видео всеми камерами нашей одержимости. И Прохор говорит: Настя, поехали в хоспис. Просто посетим людей, которые уже, вот, ну как сказать, все знают, что такое хоспис. Ну вот. И я сразу же сказала: давайте, мы через день были там. Настя не поленилась, такое расстояние преодолела. И мы съездили в хоспис, и Настя поддержала. Были очень рады люди видеть. Вообще. Подарили радость. Прохор так пел. Так, все. Ну, я не могу. Так много вел. Любовь всей моей жизни. Муза всей фортепианной деятельности. Прохор, ну не уходи. Да, да, я здесь. Давай ты подсядь. Все подруги у нас. Все. Что я твои цветы держу, которые я тебе понес? Нет, не там. Нет, давайте я вернусь. Они больше. Юрочка, я так счастлива. Нас с Юрой связывает вообще дружба, многолетняя. Большое искусство, конечно. Мы даже планируем много лет, чтобы Настя станцевала до диез минорную знаменитую прелюдию Рахманинова. И до сих пор она мне еще не отказала. Не отказала. Только подтверждает из года в год. Но я жду. Я просто хочу сказать, что это действительно, несмотря на свою юность, уже легенда, уже гордость. Юность нашей нормальная страны. Юность, мне 48 лет. Юность. Для тебя. Любой возраст – это юность, это элегантность, это аристократизм каждого движения. Юрочка, спасибо тебе. Ты со мной тебе согласишься? Да, я абсолютно согласен. Да. Просто когда говорит народный артист, я молчу. Это когда пушки и муза, да? А какие отношения вас связывают с Анастасией? Мы дружим очень давно. Еще когда нас никто не знал, ну, уже Настя... Очень много, я даже, Юра, не могу вспомнить. Это страшное дело. Я тоже не могу вспомнить. Еще Настя была совершенно юной и малоизвестной, только в узких кругах. Но с первого взгляда, с первого жеста было ясно, что это великая танцовщица, это великая балерина. Я тогда тебе сказал, помнишь, мы были на открытии какой-то караоке или дискотеки и ждали уже, Настя придет, и она прошла как судьба. Вот я тебе сказал, у тебя походка судьбоносная. Ты идешь, и с тобой, за тобой идет жизнь. Вот это так было. И курица набежит с микрофоном. Ну хоть двигаться заставит, правда, всех? Я тебя сейчас прокляну. Скажи, пожалуйста. А этого разве еще не было? Мы жили просто с курицами на острове вместе, как она там жила 20 дней, так и пришла сюда. Загорелая. Это лампа. Скажите, пожалуйста. Не на всех она так действует, лампа, как на вас. Скажите, пожалуйста, а что можно пожелать Насте вот сегодня? Насте сегодня можно пожелать еще больше любви от мира. Потому что вот такой выдающийся талант, такая удивительная личность. Это, конечно, и поклонение, это, конечно, и зависть. И уколы постоянно. Но если... тебя, так сказать, колют спину, значит, ты все время впереди. Настя все время впереди. Она впереди и в искусстве, и в благотворительности, и в доброте, и в жизни, и в дружбе. Вот просто пожелать, чтобы она шла вперед, но плохое не обращала внимания, потому что это как раз доказательство того, что она безумно успешна. И шла вперед, и достигала того, что она
мечтает. А мечтает она о многом, а мечтает она о великом. И она заслуживает того, чтобы ее мечта сбывалась и делала мир краше. Спасибо тебе. Настя у нас такая красивая, такая добрая. Ей надо мужчину. Вот. А мы готовы. В любой момент. Леночка. В смысле вы готовы? Что, найти ей или... Ну, начнем с себя. А если что-то не так, то будем искать. Не оставим. Хорошо, мы поняли.